Спонсор программы «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарец включен в состав сборной России по фехтованию для участия в Бразильской Олимпиаде. Михаил Мельник выиграл серебро этапа Кубка мира. Семен Макович второй на Кубке России по плаванию. Семен Макович с результатом 2 минуты и 2 сотые секунды стал вторым на 200-метровке баттерфляем в Пензе на третьем этапе Кубка России по плаванию. Золото и бронзу взяли два местных спортсмена. С двумя минутами финишировал Артем Лазарев. Александр Харланов проиграл самарцу 1 сотую секунды. Его результат 2:03. Напомню, Макович плавает в олимпийской сборной страны. Михаил Мельник выиграл серебро Кубка мира по прыжкам на батуте. В Ароссе, Швейцарии, состоялся четвертый этап. Подняться на вторую ступень пьедестала почета ему помог напарник из Воронежа Сергей Азарян. Синхронисты уступили победителям японцам Масаки Ито и Гигному Нитома всего 0,8 балла. Бронзу казахского дуэта Пирмамат Алиев, Даниил Мусабаев. Впереди у самарского спортсмена Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Утвержден состав национальной сборной по фехтованию. На летнюю Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, поедет и самарский спортсмен Павел Сухов. Он будет выступать в команде шпажистов. Для Сухова это уже вторая Олимпиада в карьере. До этого Павел выступал на играх 2012 года. В Лондоне самарец потерпел поражение в первом раунде. В текущем рейтинге Международной федерации фехтования Сухов занимает 19-ю позицию. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.